Сегодня ученики обычно знают немного больше, чем учителя. О технологиях, конечно. Поэтому... Извините. Итак, это ресурс для учителей. Учителя могут использовать наши ресурсы во благо. Я бы хотел закончить тем, что расскажу о своих планах на будущее. Во-первых, я хочу... Это сократили, потом получится здесь n, это из барометрической формулы, а ноликовое там тоже оно сократится, потому что оно одинаковое будет. mgh поделить на rt, th на mg. Сейчас, секундочку, погодите, хорошо? Это получится минус rt. Да. Так что я так подумала, что я, наверное, лучше вам ее завтра покажу. Это тем более интересно. Тебе вот раньше получалось просто ссылку скинуть в чат. Про... А, ну да, скинь там. Да. Да, он никак не может... Потому что было 15 человек, а больше нельзя. Может, нас много, да, в реале? Да, вот сейчас кому-то надо. Выйди тогда, Сань. Окей. Ну, 15, нас 14. Вышел. Нас 13. Ну вот, я попробую еще раз. Сейчас я ему наберу. Он уже.